Всем привет, вы на канале Crypto Commons. Ну что, соскамился походу и BlockFi еще, вот так сюрприз. Или вроде как не до конца соскамился, но мы это скоро узнаем. Но нам-то с вами что, собственно говоря, простым смертным трейдерам, хомякам, нам с вами вот что интересно, как торговать эту волатильность здесь сейчас. И посмотрите, какое интересное наблюдение, вот я даже поделился у нас в телеге и в твиттере, найдено мною на графиках биткоина, эфира, дэша и лайткоина. Посмотрите, на режиме 4 экранов у нас здесь с вами видно, что у старых альткоинов, на примере дэша и лайткоина, уже ярко выражен рост, посмотрите, у дэша. И особенно у лайткоина, посмотрите, мы видим рост. При том, что у эфира, как и у биткоина, мы рост не видим, мы видим падение. О чем это может нам говорить? Является ли опережающим индикатором движения старых альткоинов? Ребята, напишите в комментариях, как думаете вы. Иными словами, поведет ли себя также рынок, и биткоин, и эфир пробьют вот это сопротивление? Или вы считаете по-другому, что это все отскок дохлой кошки, и мы пойдем вниз? Потому что, смотрите, Dash у нас прямо сейчас, кстати, локально, да, это все дневной таймфрейм, чтобы вы понимали. Dash прямо сейчас у нас тестирует сопротивление из потенциальной чашки с ручкой, с пробитием наверх куда-нибудь на $56. Подобно тому, как сделал лайткоин. Посмотрите, лайткоин был опережающим индикатором для дэша. Такая же чашка с ручкой, пробитие, и вот мы пошли дальше к цели. Дэш сейчас похоже, что сделает то же самое. И многие альткоины еще, которые так не сделали. Биткоин кэш, там смотрите сами, что еще. Polkadot, я не знаю, что угодно. Что по графикам, по формации похоже. А биткоин и эфир тоже, скорее всего, так сделают. Потому что они прямо сейчас как раз тестируют свое сопротивление. Нужно быть начеку, надо смотреть, как мы пробиваем сопротивление. По эфиру похоже, что мы уже пробиваем это сопротивление. По битку еще нет, но опять же, это я здесь криво нарисовал. На самом деле, по битку тоже пробиваем это сопротивление. Поэтому надо смотреть, ребята, локальный лонг, конечно же. У меня открыта монета Mask, по какой-то случайности вообще. Не Mask даже, а Mask, но все думают, что это типа Elon Musk. И по ней я вижу тоже, что рынок развернулся. В целом, посмотрите, очень сильный зеленый дилдо, всепоглощающий, да, то есть мы пробили горизонтальное сопротивление, нисходящее сопротивление. Это просто анализ рандомной монеты, но на примере того, что спекулятивный интерес к альтам есть. Что также видно на графике доминации биткоина, мы видим, что мы уже в который раз зафейлили пробитие вот это сопротивление в сторону доминации биткоина и идем в сторону доминации альткоинов, то есть уже в который раз тестируем поддержку вот этого вершину, верхнюю границу этого канала, где, собственно, последний нормальный альтсезон был, 2017 год. Если мы сейчас туда опускаемся, возможно, реально многие монеты просто сделают X10, как в рамках общего отскока, знаете. Вот что может быть, ребята. Ну и напоминаю вам, что по битку у нас гигантский бычий дивер на недельках. Это вообще очень rare, очень редко. У нас такого бычьего дивера, в принципе, по-моему, нигде никогда не было. Поправьте меня, если я не прав. Ну вот здесь, наверное, было что-то подобное. Вот, и это тоже может по-любому отыграть. У нас сетка EMA Ribbon, посмотрите, если отключить свечи, в принципе, то у нас сетка EMA Ribbon находится на максимальном разжатии, в принципе, на своем фазе медвежьего рынка. Ну вот здесь она была не настолько даже разжата, и здесь. И после этого всегда мы выстреливали очень сильно, понимаете? Так же, как она была разжата в другую сторону, вот здесь на 64 тысячах, и вот здесь на $19 тысячах. Поэтому по всем параметрам мы находимся в зоне очень жесткой, аномальной просто перепроданности, где мы долго не можем находиться. Ну и в конце концов, ребята, помните, что биткоин – это средство сбережения. Посмотрите, как он держит на 100% ваше сбережение, в отличие от S&P 500 и недвижимости, золота, Turkish lira, аргентинского песо и так далее. Вот, поэтому, конечно же, в долгу надо накапливать BTC. По таким ценам сладким, но это, на мой взгляд, просто кощунственно. Если в плане инвестиций, если вы собираетесь ходлить эти монеты 3, там, 5 лет и так далее, то покупать и по 20, и по 30 тысяч, и по 15, тем более, я не знаю, по 10, если он упадет, естественно, нужно покупать. Это нужно понимать, потому что только BTC, посмотрите, это лучший актив. Это мало того, что лучший актив последнего десятилетия, так это еще и лучшая форма денег, в принципе, интернет-валюты. И это надо понимать. Поэтому, если вы хотите накапливать биткоины, то советую вам использовать обменники, рабочие обменники Шахта и FastChange по ссылке из описания. И холодный кошелечек какой-нибудь типа Exodus или Ledger. Вы найдете там же. И держите обязательно свои битки у себя на кошельке, потому что биржа, сами понимаете, не ваши ключи, не ваши биткоины. Дело такое, по позициям что? Продолжаю держать лонги Dash,
Посмотрите, где он вообще на недельках. Супер перепродан. BTC, BitDAO и Litecoin. Litecoin поздно зашел, небольшую позицию взял. Но это все дисклеймер, не финансовый совет. Это просто то, что я делаю. Ребята, а вы торгуете тоже осторожно, пожалуйста. Все ссылки в описании. Может быть, вот так вот нужно делать реально, чтобы люди начали покупать биткоин. И помните, насколько биткоин – это крутая штука. Вот кто-то отправил 2 миллиарда долларов в биткоине, заплатив при этом комиссию 42 цента. 0,4 доллара, чуваки. Вот и все. Поэтому и транзакция долетела, скорее всего, максимум минут за 15, а то и за 5. Вот в чем крутость биткоина. Так что все, ставьте лайк обязательно этому видео, подписывайтесь к нам на канал, подписывайтесь к нам в тележку. Все ссылки в описании. Всем профитролей, троллей. И скоро увидимся. Пока.